Приветствую, друзья. Ну вот и пришло время для тестов. Тесты я буду проводить на пробах по обуванию. Сделаю типа спарринга. Сначала облетаю на батках 1300 у меня есть, липа. Потом на батке 18650. Буду пробовать на 1П и 2П. Батки прошлогодние, ну сейчас смысла не вижу покупать, потому что карантин, сколько он будет, я пока не знаю, этот карантин долбанный. Батку 21700 я не вижу смысла вообще пробовать, потому что у нее вес к емкости очень большой, так что она совершенно неэффективна, это не для этого дрона. Для пробы я буду использовать семерки. Вот эти и одну восьмерку. К сожалению, я хотел попробовать на восьмерку на 8038. Еще купил в начале февраля. Мне они так и не дошли. Вы просите тесты. Ну, сделаем тесты, на чем пока есть. Это пробы 8045. Это проб HQ 7x35. Трешка. Это 740. 7.40 я сразу убрал, даже на видео не вошло, потому что у нее эффективность ужасная. Это также очки двушка 7.45, тоже в видео не показал, потому что эффективность у нее не важнецкая, не заслуживает внимания. Ну и классика 7.38, пока ничего не буду говорить. А еще дал проб 70.56. Как будет все происходить? Сначала я буду летать и на всех пробах, чтобы время не тратить. На батке 1300 липа. Потом выберу финалистов, кто пройдет, будет дальше играть. Вот так и будет происходить. По поводу веса вы меня спрашивали. Вес я не говорил. Почему? Потому что тут нет еще нижней пластины крепления аккумулятора. То есть аккумулятор будет крепиться вот таким макаром снизу. Тут будет пластина, вот такая продолжение. И это прибавит грамма 3-5. И почему я не говорил, потому что мне нужно было узнать, где центр тяжести. Ну, скорее всего, это ничего не добавит в весе, потому что дрон, я посмотрю, если пробы 8045 покажут себя эффективной, тогда я буду летать на 8 пробах. Если нет, тогда я отпилю лучи. То есть, как я сделал, вот у меня пробы. Вот так. То есть я их отпилю, и пробы сместятся вот сюда. То есть до отсюда не достает, этот не достает, и у меня трубки укоротятся. Значит, он облегчится, и эта пластина ничего не добавит. А возможно, даже в данный момент коптер весит без батареи 320 грамм ровно. Так что он примерно так и останется. Лучи отпилятся, пробы придут, и если у пробов 8038 будет эффективность выше, возможно, я ставлю лучи такие. Итак, поехали. Первый у нас в спарринге циклон 7056 трешки. Я испытываю на 4S 1300. Ну, как видим, время 19.47. Ну, достаточно неплохо, учитывая, что погода немного ветреная. Второй у нас HQ Prop 7035 трешки. Также батарея 4S, липа 1300. И тут я зазевался, просадил батарею до 10 вольт. Но вернувшись обратно в видео, нашел напряжение 14 вольт и увидел, что все-таки в пользу трешек HQ 7035 идет, так что они идут дальше. Дальше у нас продолжают Гемфаны 7038, 4S липа 1300. У них также ток был чуть-чуть ниже, так что проходят они дальше. И сейчас мы пробуем Гемфаны 8.45 на 4S 1P на литии. Они немного эффективнее вообще семерок в общем.
и они проходят автоматом. Напоминаю, что литий не свежая у меня батарея, так что немножко они не выдадут свою емкость заявленную. Ну, как мы видим, 8.45 на 4S показали 45 минут 59 секунд. Ну, то есть 46 минут мы имеем. Дальше мы идем на Genfanach 7038. Также батарея 4S 1P 18650. Кстати, батарея одна и та же. Ну вот мы видим результат на 4S 1P 41.46. Далее мы переходим к очки проб 735 трешки. Очки проб 735 трешки уступили почти на 4 минуты. Ну и сейчас мы начинается у нас битва титанов. 4S 2P 18650 Genfan 845 и такой же аккумулятор Genfan 738. Аккумулятор один и тот же самый, что на первом и втором. Вы можете заметить на видео, что я на Genfan снимал днем. Подождал, пока заряется, и поставил 8.45. 7038 я снимал днем. Единственное преимущество 8.45 терка вообще не грамма. Восьмеркам повезло в этом плане. А 7038, когда я снимал, дул нехилый ветерок такой. Там видно вон качеля. Она постоянно болтается. Ну вот тут мы подошли к моменту, когда 7038 умерли. 55 минут 19 секунд. Но опять же, повторяюсь, был ветерок. Продолжаем дальше на 8045. Ну вот видим, 8045 у нас достигли 56 минут. Так что в пробах 8.45 перед 7038 я преимущества не вижу, так как изначально 7.38 были в худшем положении из-за климатических условий. Ветерок дул такой, он дул порывами, дрон постоянно с ним боролся. Напоминаю, дрон, пиды, все стоковое. Я ничего не подрегулировал, все так же оставил. Просто чисто тесты. Датчик тока немножко ниже показывает. Один был датчик тока для всех проб. Покажет больше или меньше, мне это не суть важно. Мне нужно было смотреть расход относительно датчика тока, как он сейчас настроен. Ну и все, вот на этом мы остановимся. Так что на сегодняшний момент пропасть 8.45 выиграли. Поздравляем победителя, фанфары бам-барабам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, звоните в бубенцы. Удачи вам, парни!